Сегодня у нас 10 октября, Барнаул. Вот мы приехали уже, слава богу. Да? Вот нас брат Виктор привез на газели. Доехали на двух аккумуляторах. Сперва один сел, потом второй. Сейчас вот на втором, на новом доехали. Генератор не работает, не заряжает аккумулятор. Давай, давай. Все, хватит. Все. Замок-то новый, я не знаю, где ключ. Ну как и есть там. Опять что-то ли потеряли. Я не знаю, что он делал. Его переменили или еще здесь новый-то был? А, вон как. Надо все замки сейчас примерять и найти. А что, ворота были открыты разве? Я не знаю, ничего теперь. Надо закрыть только. Главное, и каждый год одно и то же. Приезжаю, ключей нету. Почему? Никому нельзя доверять. Вот это сонное состояние людей, оно убивает веру всякую. Что люди после этого мучаются, а ему нет, подожди. Забыл, потерял. Слава Христу. Вот мы и доехали. По милости Божией. Ехали на аккумуляторах. Генератор не работает. А какая причина, неизвестна. Ну, сейчас разгружают пока. Все здесь разгрузить. А потом и перетащу, может быть. Еще узлов сколько. Надежда Васильевна, картошку не взяли совсем. Вот Виктор Николаевич тут трудится с Володей. Угу. О! Включите. Идти. Так. А это морковку, так у нее же Василий надо было. Сюда пойдет, затащили. Какую морковку? Нет еще. Мокрую, туда. Ничего, ничего не будет. Он подъедет, машина-то здесь стоять не будет. Это у нас детская. Ну все как надо. Пол второго как будто бы время. Сейчас морковку туда перевезти надо. А здесь на зиму питание. А посмотреть, мыши не зашли ли. Что-то подняли, все. Зачем подняли, непонятно. Так, вот она, Надежда Васильевна, это все туда отложить. Картошку и тыкву здесь оставить можно. Тыкву надо забрать, а то утащат у нас ее. Вот. Сейчас надо найти мешок с травой привязанный, мелочь. Нам забрать. Я, наверное, нашел уже. А, ага, туда утащить.
А этот-то ящик-то его разломало. Тыква или капуста ли? Тыква? Ну, наверное. Ну туда надо утащить тыкву. Тут ее. Тыкву туда утащить. Тут ее забирает, даже никто не спрашивает. Кому хотел отдать? Кто пришел первый, тот и утащил. Так, мы сейчас будем подъезжать туда, тебе, может быть, не надо возить-то. Ну вози. Я же Васильевна, может, не может, носит. Домой пришли. Сейчас я полезу голубей проверять. Интересно, в избе горох насыпанный. Откуда он? Откуда в избе горох такой, который у Игоря вот отработанный а такой? Вот морковка это куда? Это ваша? Наша, да? Сырая, которая, да? Да, наверное. Сушить надо. Это куда надо? Они же все. Я да, это уже по домам разносим. Что значит деревня? Картошку под пол, морковку сейчас сушить будем, потому что поздно очень, она у нас едва-едва выросла, да и мало выросла. Матушка дала нам вчера 3 мешка, по 3 ведра. Вот сколько выкладывается. Эх, Николаевич, тут у нас помощник. И сейчас только разбей на 2 группы. А остальное дальше будет видно. Ну еще. Выбирай. Это Глушкова стоит. Он говорит, если мешается, то уберите. Выкатите туда. Да, по-моему, она не очень мешает. Ну-ка. Что у нас? А? Ну-ка, где мои кошки-то, а? Где они? Вот она. Рыжая вышла. Паля. Паля, вот она. Доехали. Ну и Буска. Все, 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 сейчас придут, накормят вас, все. Все как надо. Какой-то надо, не разобрали. Горох откуда? Пол мешка высыпал кто-то. Ну не человек. Это какая-то другая скотинка. Это не моя сумка. Опять за телефон.